Наводнение в Демократической Республике Конго унесли жизни 400 человек. Проливные дожди не прекращаются несколько дней. Большое число жителей числится пропавшими без вести, так что число погибших может возрасти. По данным ООН, почти 3000 человек остались без крова. Поисково-спасательные работы продолжаются. В затронутом стихии регионе ждут гуманитарной помощи. Демократическая Республика Конго расположена в зоне тропического климата. В сезон дождей она часто сталкивается с природными бедствиями. Также, по информации ООН, на частоту и интенсивность осадков здесь влияют климатические изменения.